По поводу Нового года. В тяжелой индустрии страна терпит убытки, а в легкой промышленности страна получает прибыль. Люди все покупают перед Новым годом. То есть где-то убывает, где-то прибывает. Я не экономист, надо посчитать, что выгоднее. Что же касается того, что Новый год стал какой-то вместо праздника проблемой для российской экономики, мне кажется, это довольно глубокие имеет корни, потому что холодно, хочется выпить, а как выпил, работать нельзя. А работать нельзя, соответственно, убытки. Вот. Надо, если мы такая богатая страна, нам надо купить другой климат.